Уважаемый Владимир Владимирович, мы в течение президент Украины и в своем кругу заявляет о том, что многие годы и вспоминая о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки, поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Спасибо. Владимир Александрович.